Чтоб его снова взяли в строй. В недоумении были все, никто не мог понять зачем. И лишь старик полкан спросил его: Чечня в огне, второй Афган, куда же рвешься ты, пацан? И что тебя так сильно тянет в бой? Уже там был, домой пришел, израненный, но все живой. И что тебе покоя не дает? Седой парнишка постоял и взгляд свой в сторону убрал, чтоб слезы свои скрыть, чтоб слезы скрыть. В военкомате тишина, как приговор звучат слова, которые не в силах повторить. Я видел смерть, я видел боль, домой вернулся я живой, а там меня уже никто не ждет. Любимая моя с другим, и в этом мире я один, а там мои друзья штурмуют зов. Я вижу страх и ад, и слышу звуки канонад, но там мои друзья всегда со мной. Они поддержат и спасут, и руку дружбы подадут, ну а убьют, так тело принесут. Чечня в огне, второй Афган, куда же рвешься ты, пацан? И что тебя так сильно тянет в бой? Уже там был, домой пришел, израненный, но все живой. И что тебе покоя не дает? Штурмуют зов.